Всех приветствую! Сегодня мы будем с вами искать лоты на электронно-торговой площадке ETS Tender. Нас интересуют лоты, те, что реализуются по государству, то есть то, что государство продает. Это главная страничка, видим ETS Tender. Здесь мы можем выбрать все, что нам необходимо, но нас интересует кнопочка «Имущество». Нажимаем «Имущество». Дальше. Арендодателям и покупателям. Здесь продавцам и арендателям. Нас интересует вот эта кнопочка. Нажимаем ее. Дальше здесь нам расширенный поиск. И здесь все, что есть. Здесь мы можем выбрать на основании какого закона, по какой площадке. То есть здесь выбрать площадку нас интересует. Давайте выберем ETS Tender. Показать. Это все, что на ETS Tender, на этой площадке реализуется. Можем нажать. Здесь я не вижу региона. Здесь я не вижу региона, поэтому будет не очень удобно. Нажимаем нажать, и вот та же самая площадка нам высвечивается более в удобном формате. Да, то есть здесь мы видим всю информацию о лоте. Теперь мы также здесь можем нажать кнопочку имущества. Нажать кнопочку имущества. И здесь уже у нас есть расширенный поиск. Здесь мы уже можем выбрать регион, номер процедуры, тип процедуры, наименование. Давайте выберем регион Томск. Томская область. Нажимаем поиск. Пока идет загрузка, должно высветиться все, что есть в Томске. К сожалению, была ошибка, но должно. Давайте обновим, если не получится. Небольшая техническая ошибка, но я думаю, здесь ничего страшного. В принципе, так вы можете, главное, понять смысл, где и что искать. Здесь вы можете найти лоты, которые вас интересуют. Ну вот, как раз таки. Они высветились, но они высветились в Новосибирской области. Ну, то есть все. По регионам вы можете самостоятельно выбрать, что вас интересует.